Что ж, вчера на предыдущих лекциях мы с вами обсудили достаточно много определений. И как мы с вами говорили, все это было необходимо для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы сейчас перейти к обсуждению аргументов в защиту той или иной точки зрения и понять, в чем суть этих аргументов. И прежде всего, я хотел бы сделать следующее, а именно поговорить с вами об индетерминистской модели проведения общей суверенности. И я думаю, начать стоит с того, с чего начинают сторонники этого подхода к определению модели суверенности, а именно с повторения того, что же означает либертарная свободная воля. И как вы увидите, есть философские доводы, которые используются в защиту этой позиции, но также есть и библейские доводы. И особенно есть несколько библейских текстов, которые нам с вами следует рассмотреть. И прежде всего, те, кто придерживаются позиции общей суверенности и посему верят в либертарную свободную волю, неизбежно спросят, вот изучая Писание, вникая в то, что в нем написано, к чему оно призывает, создается ли у вас впечатление, что читатели этого Писания свободны или они не свободны? И они, отвечая на этот вопрос, скажут вам, что очевидно, что Писание подразумевает, что те, кто будут читать Писание, свободны, наделены свободной волей. В Библии есть немало примеров, когда говорится о том, что людям был дан выбор. Скажем, был дан выбор Адаму и Еве. Они могли есть от каждого дерева, кроме одного. И у них был выбор. Поэтому они могли как послушаться, так и не послушаться. Есть такие тексты Писания, как Иисуса Навина 24:15, где Иисус Навин обращается к народу израильскому и призывает определиться, кому они будут служить с того дня, Господу или кому-то еще. И, конечно, Иисус в своей Нагорной проповеди, и мы читаем это в Евангелии от Матфея, в 7 главе, в стихах с 13 по 14, говорит о том, что в жизни каждого человека есть два пути, и человек может идти либо по одному, либо по другому пути. Есть широкий путь, который ведет к гибели, и многие люди идут таким путем. И есть узкий путь, который ведет к благословению и вечной жизни. И, к сожалению, лишь немногие люди находят его. И из того, что говорит Иисус, становится ясно, человек следует тем или иным путем, потому что сам так решил. И все это, говорят сторонники либертарной свободной воли, указывает на то, что человек свободен. Что ж, кроме этого утверждается еще вот что. Говорится, что Писание очень ясно учит о том, что каждый человек, мужчина и женщина, мальчик и девочка, должны ответить на призыв принять Христа. Но как можно обращаться с таким призывом, кому бы то ни было, если у человека нет свободы ответить на этот призыв или отвергнуть? Ведь если вы уже решили, что никто не ответит на этот призыв, то это, я даже затрудняюсь, как это лучше описать, то это как-то неразумно поставить человека перед выбором принять Христа, зная заранее, что человек не примет Христа, и это уже заранее предопределено. С другой стороны, если уже заранее все было предопределено, что они обратятся ко Христу, то зачем тогда вообще обращаться к ним с призывом? И вообще тогда представляется, что благовестие — это пустое занятие, если заранее известно, кто спасется, а кто нет.
Но в Писании все представляется иначе. Ничего подобного в Писании мы не находим. Да, Писание призывает нас, каждого человека, принять Христа. Причем мы понимаем, что человек как может и принять благую весть, так и отвергнуть ее. И как можно это объяснить? А объяснить можно только сказав, что Писание учит, что люди свободны. Что ж, само по себе это еще не доказывает, что верна именно модель приведения общей суверенности. Но люди, которые придерживаются этого подхода, считают, что они способны показать, что именно их модель верна, потому что им удалось доказать, что люди обладают свободной волей, а это лежит в основе этой модели суверенности. Что ж, Писание не определяет, какой свободной волей наделены люди. Но те люди, которые придерживаются либертарного понятия свободной воли, не перестают утверждать, что если человек наделен свободной волей, если он подлинно свободен, то его свободная воля должна быть либертарной, потому что единственно возможная подлинная свобода в их понимании — это либертарная свободная воля. В их понимании, если поступок обусловлен внешними факторами, то в их понимании этот поступок уже не подлинно свободный. С одной стороны, да, Писание ясно дает понять, что люди свободны, а единственно возможная свободная воля — это либертарная свободная воля, и во все другое верить бессмысленно. Что ж, тогда у нас не остается иного выбора, как принять либертарную свободную волю, которая лежит в основе этой модели суверенности. Но есть еще один библейский аргумент, который приводят сторонники этой модели суверенности. И приводят они его, чтобы показать ошибочность тех, кто придерживается более детерминистского подхода в определении модели суверенности. Сторонники подхода, который подразумевает общую суверенность, скажут вам: «Знаете, вот эти сторонники частной суверенности говорят, что Бог контролирует все, у Него есть власть все контролировать, и Он эту власть использует». И далее сторонник общей суверенности добавит: «Но это никак не вписывается в то, что мы видим в Писании. Не всегда получается по-божьему». Да, конечно, Бог хочет, чтобы мы были послушны Ему, следовали Его нравственным заповедям. И когда Бог оставил нам заповеди, Он не оставил нам предложения, Он оставил нам заповеди, которые мы должны исполнять. И разве не очевидно, что люди раз за разом нарушали эти правила? Поэтому очевидно, что не получается так, как Бог хочет, во всяком случае, в этом вопросе. И это не единственный пример, когда происходит что-то, что Бог не хочет видеть, когда происходит не по-божьему. К примеру, Бог избрал царем Саула, первым царем Израиля. Бог надеялся, что Саул станет праведным царем, благочестивым, но так не получилось. Бог вынужден отвергнуть Саула и воздвигнуть на его место Давида. Еще один пример, когда получилось не по-божьему. Петр пишет нам, и мы вчера читали этот текст из 2 послания Петра 3:9, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Да и Павел говорит о том же, когда пишет Тимофею во 2 послании, во 2 главе 4 стиха, что Бог желает, чтобы каждый человек обрел спасение и пришел к познанию истины. Но если Божья воля в том, чтобы каждый человек обрел спасение, то мы ведь знаем, что этого не происходит. И более того, мы читаем в Писании, и об этом говорит здравый смысл, что большинство людей в действительности не принимает Христа.
Поэтому это еще один пример того, когда Бог желает, чтобы что-то произошло, но в итоге получается не по Его. И это показывает не только то, что Бог в действительности не контролирует все, что происходит в этом мире, как утверждают сторонники частной суверенности, но также утверждает тот факт, что люди действительно свободны, и вы не можете заранее предсказать, как они поступят в том или ином случае. Поэтому они наделены свободой в либертарном смысле, ибо именно такая свобода подразумевает непредсказуемость. Что ж, еще один пример, когда Бог что-то хотел, но в итоге получилось не по Его. Вспомните скорбный плач Иисуса об Иерусалиме. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 23 главе. В конце этой главы, в стихах с 37 по 39, давайте откроем и прочтем этот текст. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Иисус так сильно хотел, чтобы это произошло. Иисус хотел собрать детей своих, но они не захотели. И, конечно, Иисус — это Бог. И получается перед нами пример того, когда Бог что-то хочет, но в итоге получается не по Его. И вот эта идея, которая включается в модель приведения частной суверенности, согласно которой Бог контролирует все, что происходит, и всегда получается по Его, просто не согласуется с тем, что мы находим в Библии. Что ж, есть еще один библейский аргумент, о котором следует упомянуть. Конечно, таких аргументов много, и в этом вы можете убедиться, прочитав книгу «Нет подобного Ему». Но вот согласно этому аргументу утверждается, вот давайте ради самого аргумента предположим, что люди, стоящие на детерминистских позициях и в то же время допускающие компатибилистскую свободную волю, вот что они говорят. Вот согласно компатибилистскому пониманию свободной воли, возможно, что что-то происходит в результате того, что это обусловлено внешними факторами, и при этом оно совершено по свободной воле. Другими словами, говорится следующее. Вы можете контролировать что-то, контролировать то, что люди делают, и при этом они это делают по доброй воле. А если так, продолжают говорить сторонники общей суверенности, то это должно означать, что Бог, у которого вся власть, то у Него должно хватить этой власти, чтобы привести ко спасению каждого. А если власти у Него такой нет, силы такой нет, то разве Он тогда всемогущий? И даже если есть такие люди, которые не хотят принимать спасение, но ведь с компатибилистской точки зрения Бог должен быть способен так устроить обстоятельства в их жизни, найти средства, чтобы гарантировать, что они примут Христа. Но почему тогда не все спасаются? Может быть, Бог не хочет, чтобы каждый человек спасся? Нет, нет, нет. Бог любит каждого человека. Христос пришел как Спаситель и умер за каждого человека. Поэтому, несомненно, Бог хочет, чтобы каждый человек спасся. А если Он всемогущий, у Него должно быть достаточно силы это воплотить. И если верна компатибилистская точка зрения, то Бог должен был найти путь, сделать так, чтобы каждый человек принял спасение, причем принял по доброй воле, в компатибилистском понимании. Но давайте посмотрим, чему учит Писание. Оно не учит тому, что каждый человек
будет спасен. И можно утверждать о том, что Писание на самом деле учит, что в каждой культуре, в каждом поколении спасется лишь малый остаток. И это будет меньшинство, то есть большинство людей спасения не принимают. Конечно, вы можете быть безнадежным оптимистом, но все равно вы должны, несмотря ни на что, признать, что большинство людей, живших когда-либо на земле, не имели надлежащих отношений с Богом. Но ведь если сторонники частной суверенности правы, особенно те, которые стоят на позиции компатибилистской свободной воли, то такого не должно быть. Каждый человек должен быть спасен. Что-то не так. Если Бог обладает могуществом, обладает властью всех привести ко спасению, может устроить обстоятельства таким образом, чтобы люди приняли это свободно, но этого не происходит, то что-то не так. И проблема не в Божьем желании. Проблема не в том, что Христос на самом деле умер не за всех. И проблема совсем не с Божьей силой, не с Его всемогуществом. Но в чем тогда проблема? Проблема тогда должна быть в этом компатибилистском понимании свободной воли, что посредством этого Бог контролирует и управляет всем. Что ж, если все это не согласуется с тем, что мы имеем, что мы знаем благодаря здравому смыслу, если просто посмотрим на то, сколько людей принимают спасение, а сколько отвергают Христа. И если Писание не учит, что все спасутся, все окажутся в раю со Христом, то как можно объяснить этот феномен? Ответ — единственный способ все это объяснить — это признать, что люди наделены не компатибилистской свободной волей, а либертарной свободной волей. И да, несомненно, Бог хочет, чтобы все люди приняли спасение. И, конечно, Христос умер за всех людей, за грехи каждого человека. Но Бог также дал каждому человеку свободную волю. И Он хочет, чтобы мы выражали Ему свою любовь по доброй воле, потому что мы хотим, а не потому что мы вынуждены. И вы не можете никого принудить любить вас. И если вы наделите людей либертарной свободной волей, то будет немало людей, которые используют эту свободу, чтобы отвергнуть Бога. И не Бог виновен в этом. Почему? Да вот почему. Он не виновен, потому что Он прежде всего хочет, чтобы каждый человек принял спасение. Он послал Христа как Искупителя, чтобы заплатить за грехи людей. И Он наделил нас свободой. Как при этом Он может быть виновен за то, что Он сотворил нас свободными, а не роботами? Поэтому, если человек не принимает спасение, то единственный виновный в этом — это сам человек, не Бог. А если это самое лучшее объяснение того факта, что не все люди, живущие на земле, спасаются, принимают Христа, то это означает, что модель проведения частной суверенности неверна. То, что в ней предлагается, не соответствует реальности. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, я должен сказать, как человек, который придерживается этой позиции частной суверенности, что, по крайней мере, принимая во внимание основное понимание компатибилистской свободной воли, звучит все так, что Бог должен
быть способен организовать обстоятельства таким образом, что каждый человек примет Христа, причем по доброй воле, в компатибилистском понимании. Другими словами, нет необходимости связывать волю человека, чтобы заставить его принять Христа против его воли. Да, человека могут склонять к этому внешние факторы, но эти факторы не лишают его выбора, и Бог должен быть способен сделать это для каждого человека. И тогда вопрос встает, на который должен ответить сторонник частной суверенности, почему он этого не сделал. Может быть, из-за того, что сторонники моделей общей суверенности все-таки правы с их пониманием либертарной свободной воли? Или тогда в чем? В чем же причина? Что ж, на этот вопрос надо дать ответ. Как бы ответил сторонник частной суверенности? И я надеюсь, у нас сегодня найдется время, чтобы это сделать. Но тогда в этом случае нам также необходимо будет затронуть проблему зла, потому что именно эту проблему затрагивает этот вопрос, хотя на первый взгляд может так и не казаться. Что ж, хорошо. Который также нам следует упомянуть в поддержку модели общей суверенности, заключается в том, что для того, чтобы модель частной суверенности имела смысл, то либо у Бога ограниченная власть, либо у Него есть вся власть, как утверждается в модели частной суверенности, но при этом Он решил ограничить себя в использовании этой власти. Он сам принимает это решение. Потому что если вы дадите людям либертарную свободную волю, и все равно будете ожидать, что всегда будет по-вашему, то зачем тогда вы даете им такую свободную волю? Если же вы действительно даете им такую свободную волю, то вы должны позволить им использовать ее, не вставая у них на пути. Но тогда встает вот какой вопрос. А есть ли в Библии какие-либо тексты, которые указывают нам на то, что Бог решил ограничить свою власть? Большинство сторонников модели общей суверенности — это армяне. И они не считают, что Бог не обладает такой властью, как следует считать. Большинство из них скажет, «Бог абсолютно суверенен». Действительно так. У Него есть вся власть, которую только можно иметь, но Он сам принял решение ограничить себя во власти. Хорошо, но как это можно доказать, что Он именно это сделал? Что ж, сторонники модели проведения общей суверенности прежде всего укажут на воплощение Христа. И часто они говорят следующее. Если вы полагаете, что Бог не способен или не желает ограничивать себя во власти, чтобы послужить нуждам человечества, то тогда вы не сможете понять Боговоплощение. Ведь если вникнуть, нет иного толкования текста, записанного в послании к Филиппийцам 2:5-9, когда Христос воплотился на земле, Он не лишился своей власти, но Он сознательно решил отложить в сторону свои божественные атрибуты, а особенно всемогущество, то всемогущество, которым Он обладает. И Он сознательно решил отказаться от той славы, которая Ему по праву принадлежит. Он ограничил себя даже до того, что, несмотря на то, что в любой момент Он мог все остановить, мог избежать всего того, через что Ему пришлось пройти, Он позволил людям себя распять. Поэтому не говорите о том, что Бог никогда не ограничивал себя во власти ради того, чтобы восполнить чьи-то нужды. Посмотрите на Христа. Но есть еще один аргумент,
который убеждает сторонников этой теории в том, что Бог на самом деле ограничивает себя во власти. И этот аргумент вот какой. Они говорят, посмотрите на людей, ведь они свободны. И уж, конечно, оппонент модели общей суверенности, тот, кто придерживается либертарной свободной воли, скажет, что должно быть ясно, что единственно возможная свободная воля — это либертарная свободная воля. И если дать людям вот такую свободную волю и предположить, что Бог использует свою власть, чтобы отменить поступки людей, то тогда зачем изначально Богу было давать людям такую свободную волю? И тот факт, что Бог дал им эту свободу, и является свидетельством о том, что Он сам решил ограничить свою власть. И вот что еще добавляется здесь, и это очень важно отметить. Никто не заставил Бога ограничить свою власть. Если бы кто-то принудил Бога, то тогда Бог перестал бы быть Богом. Это решение Бог принял по доброй воле, самостоятельно. А так как Он принял это решение по доброй воле, Он остается абсолютно суверенным Богом, абсолютно всемогущим. Если бы кто-то заставил Его пойти на такие ограничения, то тогда был бы кто-то, кто обладал бы большей силой, чем сам Бог. Но тот факт, что Бог решил это сделать по доброй воле, показывает, что Бог обладает всем могуществом, всей суверенностью, как люди всегда и верили. Просто Он решил ограничить свою власть, чтобы послужить нуждам людей. Что ж, мы могли бы дальше продолжать говорить о библейских аргументах, но давайте на этом остановимся. И далее мы с вами поговорим об аргументах, которые более философские по своей природе. Хотя вы увидите, что многие эти аргументы мы затрагивали, когда говорили о библейских свидетельствах. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.